Дорогие мои зрители, я в шоке. Позвонила мне с первого этажа к там, где мы жили, Лариса, и говорит, что хозяйка, наша бывшая хозяйка, где мы жили, заселила уже людей. Люди вчера заселялись, вчера и позавчера. И она говорит, ну что вы думаете, говорит, что мне делать? Я говорю, а что случилось? Она говорит, опять меня затопило, свет у меня погас, пропал свет. Я не знаю, что мне теперь делать. Я к ней поднялась, а ей начала говорить. Она мне говорит, это не я затопила, это тебя затопили эти квартиранты. Я говорю, Лариса, подожди, как квартиранты залили, если они у нее только заезжают? Да, говорит, квартиранты вот эти заезжали, завозили два раза, машиной привозили вещи. Говорит, это мы видели, девочка молодая. Вот. И я ей говорю, кто нам будет платить за все это? Она сказала, будут платить мои квартиранты. Девочки, мальчики, я в шоке. Она нам еще не отдала за октябрь деньги. То, так как договор у нас еще не... Еще договор до 15 октября. Она уже заселила других людей. Туда. Уже с них взяла деньги. Нам она еще за сентябрь, за октябрь не отдала. Мы сентябрь-октябрь уже там не жили. И она нам еще денег не отдала. Она уже новых людей заселила. Уже с них денег взяла. Я вообще не знаю, что оно будет. Я Ларисе говорю, Лариса, я приду к вам за цветами. Я тогда и сниму у вас, что у вас там залили. Но вам нужно, говорю, идти уже к нам в контору и, наверное же, писать заявление, я не знаю, чтобы люди, чтобы пришла комиссия и посмотрела, что у вас там, что произошло, что они вас там затопили, где что. Она говорит, свет пропал. Это так затопили, что аж свет пропал. Ничего себе. Ну, я вам потом сниму, девочки, дальше. Буду там, если что, сниму. Все покажу и выложу вам. Я тоже Ой, думала. девочки, света нету, а как же тут лампу включить? Так, включить. Нету, вот пятно не видно даже. О, Вот сейчас ты смотри, видишь? вот это да, залили. Девочки, как обещала вам показать, смотрите, как квартиранты залили, чья-то хозяйка залила. Это, наверное, Она залила. она же только что была, она же была. Да, она была одну ночь переночевала, эту ночь она меня затопила. Ну, сейчас Катя сказала, что сейчас новые там заселились, а, говорит, с тополей каких-то. Потому что она говорит, я видела, вроде как они там были, на тополях. Я говорю, ну мне-то какая... Лариса, тебе надо идти завтра. Ну, завтра Так, пойду. выключаю я. Ну что, мои дорогие, буду я свое видео заканчивать. С вами буду прощаться. Вот, я вам показала, как обещала. Что приду у Ларисы, сниму, где там затопили. Да, квартиранты живут, она их заселила. Ну, я не могу понять, у нас договор до 15 октября, она уже других заселила и сказала Татьяне, что я ничего им отдавать, никаких денег не буду, а еще они мне будут должны эти деньги. Я так не могу понять, мы-то за что ей должны деньги? Если мы в сентябре уже не жили, в октябре не жили, так как она нас выгнала, выселила оттуда. По участковому ходила, жаловалась, участковый приходил. Вызывала Межанов в полицию. Я вообще не могу понять. И еще сказала Татьяне, что я ничего отдавать им не буду. Они мне должны еще. Мы ничего ей не должны. Зенкиной Галины Ильиничны. Мы не должны, это вы нам должны. И будьте любезны, верните нам деньги, которые вы нам должны за 2 месяца. А там уже суд присудит коммуналку, отопление, которое мы платили. Вы нам так деньги не вернули, которые вы должны были платить, а не мы. Ну ладно, девочки мои, мальчики. Вот я пообещала, я вам сняла, немножко сняла, потому что света нету, мне она и так немножко посветила, чтоб я увидела, вам показала, где у нее потекло все это. Вот.
Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось мое видео.